Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня мы поехали делать загон, и мы чуть-чуть проспали, нам надо успеть до школы. Завтра у Илюши день рождения, будем показывать вам его. А кто такой Илюша? Илюша — это мой брат, ему 5 лет, завтра исполнится 6 лет. Какая красота, все деревья блестят, все блестит. Жалко, что ее передадишь. Дорогие друзья, старики оставили. Сейчас пойдем гнать зайца по зайчьей тропе. Мы приехали к месту сбора охотников. И сегодня мы не добыли долгожданный трофей, так как загон не получился. Дорогие друзья, мне не удалось сегодня сделать еще один загон, так как мне пора в школу. Ничего страшного, в моих видео вы увидите зайца. Вот мы и поехали в сторону дома. Буду обедать и собираться в школу. Покажем вам мою школу. Все классно. Вот сегодня с моим сыном мы приехали закрывать сезон на зайца. Сегодня 28 февраля. На улице замечательная погода. Ну и в дальнейшем будете смотреть фильм «Просторы Баргузинской долины». При охоте на зайца в Баргузинском районе, если именно ходить по южной части, более очень большие снега, местами снега бывает по пояс. Сейчас мы хотим показать оперативность работы стрельбы по зайцу и сколько зайца много бывает на этих участках. Если этот зайчик у нас не бежал, не бегает. Ой, еще снега много. Так, зайцы в основном бегают по кругу, если его спугнуть. И обязательно придет к месту лёжки. Он сидит, заяц. Сейчас мы увеличим это все, весь процесс. Так, если хорошо видно, прямо сидит зайчик. Сейчас будет произведен выстрел. После выстрела будет продолжение видео. На время выстрела заяц сидел на ситке. Вот добытый зайчик. Закрытие сезона 2019 год.
Котята уже долго. Сейчас мой юный обдиральщик будет обдирать первого зайца. Вот у нас такие в гараже специальные места для обдирания зайчиков. В этом году мы сезон закрываем, у нас уже 19 февраля. Вот сделали новую палочку для обдирания. У нас висят старые ножки от старых зайчиков. Мы сейчас уберем. Лап, как я учил, помаленечку, аккуратненько, по кругу. Прям так подрезай, не просто вот так. Как хлебушек, типа режь, вот режь помаленечку, режь. Вот еще вот сюда так режь. Пальчики только не отрежь. Сейчас я дальше буду продолжать зайца. Продолжение обдирания. Данил обдирает дальше. Давай, Миша, обдирай. Вот так, бери помаленьку, тряпку-то убери. О! Тряпка сейчас не надо. Тряпка руки-то поутирать. Вот, помаленечку вот так вот подтягиваю вниз. Ты же охотник будущий. Вот. Надо сначала здесь. Стой, теперь стой. Я сейчас сам помаленечку сам буду. Вот так. Все, что осталось от нашего зайчика, что сегодня вечером будет приготовлено на ужин. Продолжение ужина следует. Замачиваем водичкой. Холодной. Маленько отмочиться. И немножечко. На 3-4 часа. Все мясо замариновали специи, в основном мисли, семечки, порошок, стружка лимонного дерева. Для приготовления зайца нам понадобится заяц, грудинка, лук и несколько картошек, немного приправы. Вот такой лист. А ты что не говоришь ничего? Ничего не надо, просто под наклоном ешь. Получится, получились вот такие дольки чеснока. Вот что получилось после нарезки картофеля. Делим зайца на несколько порционных кусков и закладываем сверху. Нарезаем грудинку на порционные кусочки, после чего туда отправим все в блендер. Все посыпали фаршиком из грудинки, ставим в духовку на 250, ставим на 30 минут. Такое получилось у нас блюдо. Заяц, запеченный с картофелем. А теперь Данил расскажет, как ему понравилась езда на зайце и что он понял из езды на зайце. Ну что всех больше тебе понравилось? Наверное, мне тут понравилось вот этот вот заяц готовый. Уже готовый? Да. А сам процесс охоты? Угу. И зайчики понравились. Мама! Зайчики тоже понравились. А по лесу ходить? Бегачку. Конечно же, да. Передавай подписчикам привет. Пока.
Так как мы сегодня ничего не добыли, я посвятил этот день воспоминаниям охоты 2018 года, 2019 года. Всем пока, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.